Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Было не просто смело, это было пиздец как смело. Мы любим вот такие формы, форматы. О, император, объяснил. Надеюсь. Я его чморил. Я делал то, что я мог делать. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Жопу лишнюю. Заебись. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Мне можно это простить? Ошибся, допустим. Давайте, прошу у всех прощения за эту фразу. Но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм. И что, в принципе, в моей фразе есть много логики, если по ней хорошо подумать. Можно мечтать. И я с вами вместе мечтаю. Ну, давайте мечтать. А можно быть реалистом. А реалистично это никогда не будет. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я не хочу с ними разговаривать. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно. За других сказать не могу. Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Я уважаю, что они делают, но как бы я не понимаю, то есть я, во-первых, процесс эти многие не понимаю. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Я реально прихерел. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я не мог в это поверить, это было невозможно, я спорил со всеми. Ну, естественно, я в это поверить не мог. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому, что я не мог в это поверить до сих пор. Я, кстати, до сих пор как-то не очень в это верю, если уж честно. Они меня всунули, не разобравшись, кто я есть. Но я уверен, что они разберутся. Они нормальные люди. Это полный бред. Подзаебала эта тема. Когда все это началось, я сразу понял, что будет плохо. Я не высказаться не могу. Я должен высказаться. Я не хочу с этим говном жить просто, я хочу забыть и все, понимаешь? За ним как-то так вот пытаться присматривать, если Бог даст, и я буду жив, вот, и так далее, так далее. Но все-таки мое детище, 15 лет, они, блядь, это стрёмное заявление от чувака от этого, понимаешь? Потому что он как бы, ну, авторитет, но он это не сделал. И это пиздец. Но это их выбор, и я не могу на них, их осуждать. Ну, хотя осуждаю. Он так бросил камушек в нас. Вам же похуй. Подруга моя. Блять, я заплакал. Нету нихуя. Вот просто нихуя. Я, если честно, я обрадовался. Я сказал, вот же суки, вот получите. Прав я или не прав? Не прав. И... Я великий грешник. Мне кажется, семья — это в этом сила вся. Если нет какой-то вот этой вот семьи, то тогда совсем... Тогда силы негде найти. На этом я бы хотел закончить интервью. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня всех.